Боже, показавай учеником Твоим славу Твою, якоже Божаку, да воссияет нам прежним свет Твой Христу сущий, молитву Твою Богородицы, света дальше слава Тебе, и ныне, и присно с Него веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть его за истинное, возрастившее нам плод живота Тебе, молимся, молись, Владычка, со святыми апостолы, помиловать и души наша, Господь Бог благословен, благословен Господь, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог послание, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, пристой во веки веков, аминь, Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти реки наши, Владыко, прости, беззаконие наше, святые посвяти истины немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков, аминь. Отче наш, Отче на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, Боже, и мы оставляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от злого. Боже, молитву мою, не презри моленье моего,
Он мили услышит меня во скорби и печалью моею, и смятлось от глаза вража служение грешнича. Я был уклонишен на беззаконие во мне вражду в уме, сердце мое смеется во мне боязни смерти нападет на меня. Как не ответит прийти на меня и повсюду тьма, и рек сплодостный крылья, как голуби не полещу и почию. Все удалимся бега и вотворимся в пустыне, чаях Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, я повинен в беззаконие, пререкание во плане. День и ночь обойдены по стенам его, беззаконие тут посреди его и неправда, и не спутя злобью болит войне. Я по аще бы враг поносил, не перетерпел бы куба, и аще бы ненавидел меня на мяве не лечил, укрыл бы взять его. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знай мой мой, и же вкусно наслаждалась здесь и со мною вража, Богу Божию погибом единомышление, да прежде же смерть не зная, и да снидут вас жили, я в лукавском жилище их посреди их, а с Богу возглавь и Господь услыша мя, вечерица утры, и полуднем по вере возвещу, услыша слав мой, избавит миром душу мою, приближающихся мне, Бога мной, державши со мною. Услышит Бог, не смирить я ты прежде верю. Есть своими извинения, но не убоявшись Бога, но распри руку свою на воздаяние, свернишь от завет Его. Разделишься от неба лица Его и приближишься сердца их, умягнуться по лица и паче имеет от устрелы. Возверьте на Господа печать свою, твой тебя приблизает, не даст свет молодой праведнику, ты же Боже, не светевший я в суде не сосудения, уже хранились и не приполовят дней своих, а же Господи уповаю на тебя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного воздвориться, крещет Господи ли заступник мой, неси прибежище мое, Бог мой, уповай на него, я вот твой исправить, я дети ловче, смотри, семи честно, плечма своим отмените, под крылей его надеявшийся, оружием обыдите истина его. Не убоишься страха ночного, стрел летящего, дня спящего, те приходящие, от зрящие леса полудина пол, подет от воды твоя тысяча, тьма не стоит тебе к тебе, же не приближится. Бача чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Я по ты, Господи, хвование мое вышнего положил, неси прибежище свое, не приедешь тебе зло и рано не приближится через ти твоему. Я ангел своим заповедь тебе, сохрани тебя во всех путях твоих. На руках Господь тебя никогда ты смеешь отхали слову твою. Наспедай Василиса на и потерявший льва и змея, как он намел по моей избавле и по крыю и яко познать имя мое, вот завет по мне и слышу его, с ним есть в спорне, и сну его и прославлю его, долготой не исполню его, явлю его спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присни во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуются земная, яко сотворение храма твоих сын твоей, Господь. О, брат, смерть и смерть, перви не смерть и пысь, из чрева адова избави нас и подойди мира, веселью милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик твой, Господи, лаврейте во страдании своими, не сурят, не следуй тебе Бога нашего, имей его крепость твоего учителя, не сложи, сокруши демонам немощные тексты, Бога молитвами спаси души наша, и ныне и присны во веки веков, аминь, я понятимо на дерзновение за преногие грехи наши. Иди же у тебя родшегося, моли Богородица Деву, много поможет моей матери, по благосердию владыки, не презри грешных мольбы.
дорогие харьковчане и гости нашего города. Мы ведем наш репортаж из храма святых жен мироносец, вновь построенного после долгого перерыва. И сегодня мы присутствуем при поистине историческом событии. Наш город в рамках празднования тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира посетил предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший Ануфрий, митрополит Киевский и сия Украины. И именно он сегодня будет освящать красавец-храм, который в рекордно короткие сроки построен в бывшем парке Славы за зеркальной струей. Событие знаковое, сегодня мы об этом будем с вами говорить. И прекрасно, что оно совпало с датой 23 августа, день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, день нашего города. И именно в этот день открывается этот великолепный храм, построенный в стиле украинского барокко. И сегодня, и сейчас мы видим на своих экранах предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Ануфрия, которого встречает правящий архиерей Харьковской епархии, высокопреосвященнейший Ануфрий, митрополит Харьковский Богодуховский, в сослужении духовенства Украинской Православной Церкви. Мы уже неоднократно встречались с вами на наших телеэкранах. И, как правило, мы вели трансляцию с главного храма нашего города, Свято-Благовещенского кафедрального собора. Были также трансляции с Успенского собора, с Свято-Покровского монастыря. Но ни разу еще в прямом эфире мы не показывали великий чин освящения храма. Удивительный чин. Сегодня мы постараемся, насколько это возможно, объяснить всю образность и значение тех действий, которые будете видеть на своих экранах, которые сопутствуют освящению храма. Но поистине далеко не каждый православный человек, даже регулярно ходящий в храм, присутствовал при освящении непосредственно храма. Поэтому сегодня у нас есть уникальная возможность не только поприсутствовать на божественной литургии, на первой божественной литургии, в которой возглавит предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Ануфрий, не только поприсутствовать в новом храме святых жен мироносец, но и еще собственными глазами увидеть этот великий чин освящения храма. Сегодня мы также будем немного рассказывать о самом храме жен мироносец, и я думаю, что это даст нам определенное понимание того, почему это событие в полной мере можно назвать историческим для нашего города, и оно вот совершается сейчас на наших глазах. Блаженнейшего митрополита Ануфрия встречает харьковское духовенство и верующие Харьковской епархии. Также сегодня сослужить предстоятелю Украинской Православной Церкви будут множество архиереев, которые из разных епархий прибыли в наш город. Для харьковчан улица Мироносецкая является известной, и мы уже привыкли к этому названию, и привычно, наверное, даже
я думаю, не часто задумываемся о происхождении этого слова, а ведь название улицы Мироносецкой непосредственно связано с храмом, который в свое время располагался практически в этом же месте. Правда, несколько ближе к улице Сумской, прямо на месте нынешней зеркальной струи, главной, можно сказать так, визитной карточкой нашего города. А вообще, упоминание о первой Мироносецкой церкви относится еще к 1701 году. Тогда этот храм представлял собой сравнительно небольшое деревянное строение, и этот храм располагался за пределами тогдашнего нашего города. Харьков был тогда совсем невелик и, скажем так, концентрировался вот вокруг нынешнего Свято-Покровского мужского монастыря. Так вот, что интересно, что в то время первый храм святых жен Мироносец находился на территории кладбища. То есть это был типичный кладбищенский храм. Впрочем, один из многих. Тогда была традиция такая. На кладбище, на территории кладбища всегда традиционно строили либо небольшие храмы, либо часовни, чтобы можно было людям, пришедшим на кладбище, помянуть своих близких. Можно было бы это сделать в часовне или в храме, чтобы помолиться за упокой близких людей. Вот таким кладбищенским храмом и был первый храм святых жен Мироносец. Сейчас блаженнейший митрополит Ануфрий входит в храм. И сейчас непосредственно после облачения его в священные одежды начнется непосредственно чин освящения храма. И я думаю, сейчас очень, наверное, самым уместным будет поговорить именно о том, зачем освящается храм, почему вообще христианину, который посвятил себя служению Богу, как бы свойственно освящать все свои благие начинания именно освящением. То есть, собственно говоря, что такое освящение? Это есть призывание помощи Божией и благословение в соответствии с известным стихом из 126-го псалма Давида: «Если Господь не созиждет дом, то напрасно трудятся строители». Воистину, если Господь не благословит наши труды, то напрасны все наши усилия. Поэтому любой человек, который начинает в Бога веровать, он стремится именно освящать, то есть просить и спрашивать благословения на свои труды. Ну и тем более, конечно же, надлежит призывать Бога при основании храма, то есть Дома Божия, место, где будет воздвигнут престол Божий, за которым будет приноситься бескровная жертва Богу. Святая Православная Церковь с глубокой древности установила особые священные обряды, в том числе на освящение новосозданного храма, в котором, как уже было сказано, воздвигается жертвенник и престол Божий. И надо сказать, что Новозаветная Церковь в этом плане ничего нового не придумала. Дело в том, что посвящение
Богу храма и его освящение совершалось еще в период Ветхозаветный. Например, патриарх Иаков после явления ему Господа дважды воздвигал во имя его каменные алтари и освящал их возлиянием на них елея. Об этом нам рассказывает книга «Бытия». А пророк Моисей, соорудив по воле Божьей скинию при горе Синайской, торжественно посвятил ее Богу посредством таинственного освящения. И, как мы знаем, Бог явил в ней видимое знамение своего присутствия и благоволения. Как об этом написано в 40 главе книги «Исход». «Покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облаком». Впрочем, можно проводить и другие примеры, в частности, царь Соломон с большим великолепием осветил храм Господа, который был построен вместо скинии в Иерусалиме, и этот праздник освящения длился 7 дней в присутствии всего народа. А уже из книги Ездры мы знаем, что после плена Вавилонского, как буквально об этом написано в 6 главе книги Ездры, сыны Израилевы, священники, левиты и прочие совершили освящение Дома Божия с радостью. То есть непосредственно вот сказаны эти слова: «Совершили освящение Дома Божия с радостью». Также мы знаем, что после очищения и освящения храма, который был осквернен во время гонений Антиоха, было установлено ежегодное 7-дневное празднование обновления храма. Поэтому этот древний обычай освящать храмы Божьи унаследован был и Церковью Новозаветной. Сейчас блаженнейшего митрополита Ануфрия облачают священные одежды, каждая из которых символизирует разный уровень благодати Божьей. То есть, как сказал, очень так тонко подметил один современный православный богослов, что происходит одевание в благодать. То есть священные одежды, с одной стороны, напоминают непосредственно священнослужителю о своем высоком служении, а с другой стороны, они показывают, что не волей человека, не силой человека, не его святостью совершаются священнодействия, но совершаются они именно руками Божьими через своего служителя. Ну, начало непосредственно освящения именно же храмов христианских для богослужения было указано, кстати, самим Спасителем нашим Господом Иисусом Христом, по велению которого Его ученики приготовили в Иерусалиме для совершения Тайной Вечери, как об этом сказано в Евангелии от Марка в 14 главе, горницу большую, устланную и готовую. И в этой особой горнице в молитве и молении они единодушно пребывали, и именно в этой горнице получили обещанного им Святого Духа, как об этом повествуется уже в первой главе книги «Деяний святых апостолов». То есть именно не в чистом поле, не где-то на улице, не где-то в частном доме, а именно в доме, посвященном Богу, указанным Богом. Собственно говоря, Сионская горница и стала первым христианским храмом.
месте, в котором Господь совершил Тайную Вечерю накануне Своих искупительных страданий, и, причастив Своих учеников под видом хлеба и вина Своими пречистым телом и кровью, Мошка совершил первую свою божественную литургию. Сам Спаситель наш Господь Иисус Христос, основатель нашей Церкви, основатель нашего спасения. Когда начались гонения в первые три века христианства, во времена этих гонений христиане либо строили церкви в удаленных местах, но обычно непосредственно под гробами мучеников, и этим уже храмы освящались тем, что они были освящены святостью людей, которые отдали свои жизни в тяжких мучениях за веру Христову. И надо сказать, что упоминание вот об этих обрядах освящения храмов встречается у церковных писателей уже первых-третьих веков. Из-за преследований, которым подвергались христиане от гонителей, конечно же, освящение храмов не совершались столь торжественно, как это происходит в наши дни. Но, тем не менее, определенный чин существовал уже тогда, практически 20 веков назад. И вот, пройдя сквозь тяжелое трехвековое испытание, Церковь, наконец, восторжествовала, и, начиная с IV века, уже в нынешнем убранстве Церковь достигла своего благолепия как истинная невеста Христова. Кстати, церковный историк Евсевий по этому поводу пишет так. По прекращении гонений на христиан открылось умилительное зрелище. По городам начались праздники обновления и освящение вновь устроенных храмов. В первой половине 4-го столетия на горе Голгофе император Константин Великий основал великолепный храм Воскресения Христова. Для его освящения он пригласил присутствующих на Кирском соборе епископов, пресвитеров и диаконов. Состоялось это в 335 году. И по традиции, которая перешла в новозаветную церковь из Ветхого Завета, это торжество освящения продолжалось 7 дней. И по этому случаю в Иерусалим собралось множество христиан из разных мест. И в день, который был назначен для освящения новосозданного Дома Господня, богослужение началось с захода солнца и длилось всю ночь. Сохранились доподлинные сведения о событии освящения храма Воскресения Господня, храм, который сохранился до наших дней. Этот храм известен ныне всему миру. Именно в этом храме происходит ежегодное схождение благодатного огня в день Святой Пасхи Христовой, который празднуется именно по православному календарю. Сегодня происходит всегда трансляция, прямая трансляция этого события. Но немногие знают, что этому храму уже практически 17 столетий. Трудно в это, конечно, поверить, это трудно представить, но, тем не менее, храм, который ежегодно мы хотя бы раз в год видим на наших телеэкранах, существует уже 1700 лет. Вот сейчас мы видим блаженнейшего Ануфрия, который поверх священных одежд одевает специальная такая защитная одежда белого цвета для того, чтобы
скажем так, не испачкать одежду во время освящения специальными веществами, о которых мы будем говорить. Вообще схожесть, сам чин освящения храма, он в чем-то схож с чином крещения, с чином таинства крещения человека. Надо сказать, что вот как в таинство крещения и миропомазания человек совлекает в себя ветхого человека, освящается и становится частичкой благодатного духовного тела Церкви, то есть совершенно новым человеком, он становится христианином, так и здание становится храмом, то есть местом особого присутствия Божия на земле только после его освящения. Поэтому этот чин называется также и чином обновления храма, то есть через особые молитвы, через определенные обрядовые действия здание становится святым, а потому совершенно иным, новым. И вот как человек, как храм нерукотворенный, так и храм, сотворенный его руками, вот оба они через особый чин освящения становятся посвященными Богу, становятся его жилищем. Поэтому многое при освящении храма, вот сам чин, как бы строится подобно тому, что совершается и при крещении, то есть освящении человека. И подобно тому, как при крещении человек опускается в освященную воду, облачается в белую одежду, помазуется святым миром, так и престол храма, вот который мы сейчас видим на наших телеэкранах, это есть главное место, где за божественной литургией совершается главное таинство принесения бескровной жертвы, так и святой престол, мы это еще увидим, будет омываться, будет облачаться в одежды и помазываться святым миром. Да, собственно говоря, и внешний вид храма, который увенчан куполом, как главой, служит образом человеческого тела, поэтому не только престол, но и весь храм окропляется святой водой и помазуется при освящении миром. Здесь, в новом храме Святой Жен Мироносец, престол устроен особым образом. То есть вот мы видим такая вот мраморная как бы колонна, и внутри ее ниша. И в эту нишу непосредственно опускается вот сам престол. Обычно в храмах вот этот престол стоит непосредственно за царскими вратами в алтаре. Ну, а здесь, конечно, это уже вот чисто такие вот особенности архитектурные. Накануне освящения в новосозданном храме совершается, служится всеночное бдение, но служится оно перед алтарем при закрытых царских вратах. А в сам день освящения совершается молебен и совершается малое освящение воды. Этот чин уже был совершен до нашей трансляции, и сейчас непосредственно вот мы присутствуем при начале чина освящения. То есть сам этот чин включает в себя сначала устройство престола. Вот оно сейчас совершается на наших глазах, совершается омовение престола, помазание его, потом облачение престола и жертвенника, мы чуть позже коснемся, что это такое. После этого будут освящаться стены храма и будут перенесены и положены под престол и в антиминс мощи. Тоже я пока, скажем так, анонсирую эти, может быть, не очень понятные названия для людей не сильно воцерковленных, что означает слово, скажем, антиминс, но все по порядку. Надо сказать, что престол, который находится в алтаре, он особым образом изготавливается.
Надо сказать, что при устройстве престола не используются металлические предметы, не используются гвозди. Между тем, эта конструкция очень крепкая. Вот сейчас мы видим, как престол покрывается вот сверху непосредственно доской. И надо сказать, что сам престол, он имеет такое двоякое значение. С одной стороны, он символизирует гроб Господень, в который был положен Господь после снятия со креста, и одновременно он же символизирует и небесный престол царя славы. И в разные моменты божественной литургии престол как бы именно в полной мере вот и символизирует различные моменты новозаветной истории, связанные либо со страданием Спасителя, либо с Его уже небесной славой, воскресшего из гроба. Сейчас блаженнейший митрополит Ануфрий окропляет престол святой водой, то есть происходит то, что называется омовение, которое также со времен ветхозаветных имеет большое символическое ритуальное значение, именно омовение духовного. Блаженнейший владыка Ануфрий сейчас читает специальные молитвы на освящение престола. Открывается, мы видим, царские врата, и сейчас блаженнейший митрополит Ануфрий будет читать коленопреклоненную молитву, в которой, подобно Соломону, будет просить Господа ниспослать Пресвятого Духа и осветить храм и жертвенник, чтобы бескровные жертвы, которые будут возноситься на нем, были приняты в небесный жертвенник и низвели бы оттуда благодать Святого Духа на верующих. Немощных, без упрогонений, выжимать ее часам твоим отверстием на
день и ночь, и уже сам Твоим внемлющим молитвы со страхом Твоим, и благовенству Него приходящих, и призывающих всечестное и поклоняемое имя Твое, далеко воспросят у Тебе, и Ты услышишь на небеси горе, и сотворишь милость и милостью будешь, сохрани его даже до скончания века непоколебимо, и жених жертвенник святых и святых покажи, силу действия святого Твоего Духа. Прослави его, еже паче, по закону очистилища, яко даеже на нем, совершаемое священное действие, во святые пренебесные мысли на Твои жертвы не достязают, подать нам Твоего предчистого приносят осенение, дерзаем по не на рук наших служений, но на Твою незреченную благостыню. И сейчас, после возвращения блаженнейшего митрополита Ануфрия в алтарь, произносится краткая эткинья. Кстати, мы видим на престоле стоящие два сосуда с водой и с вином. Господи Боже наш, святи Иорданские, спасительные Твоим явлением, Владыка, не спасли благодать святого Твоего Духа. Блаженнейший митрополит Ануфрий читает молитву. В которой просит Господа исполнить новый храм и жертвенник святыни и благолепия, чтобы в нем приносилась бескровная жертва ко спасению всех людей, опрощение вольных и невольных грехов, во управление жизни, во исправление благого жительства, во исполнение всякие правды. Сейчас видите, в особый третий сосуд. Происходит такое смешение воды с вином, то есть вода становится как бы розоватой, и вот этой вот омывается, этой водой омывается храм в знак благодатного освящения его силы и действием Святого Духа, что таинственно образует всеосвящающую кровь Господа, которая истекла из его пречистых ребр вместе с водою, как мы об этом знаем из Евангелия от Иоанна. Дальше священнослужители, как мы видим, оттирают специальными губками
владыки, владыки архиереи омывают, отирают губками престол. Да, сейчас мы присутствуем при совершении действия, которое обычно остается невидным, незаметным для обычных мирян. Каждое новое действие предваряется особой молитвой. И вот престол, как мы видим, омывается вином, что символизирует пречистую кровь Господню, которую Господь пролил на кресте нас ради человека нашего, ради спасения. И вот все эти вот действия, которые мы сейчас наблюдаем, которые мы видим на наших экранах, они, конечно же, мысленно возвращают нас на многие столетия назад, когда вот такими же действиями освящались первые христианские храмы еще в условиях римских катакомб, когда первые божественные литургии непосредственно служились на гробах мучеников. И все то, что мы видим сейчас на наших экранах, напоминает нам о том, какой ценой куплено наше спасение. И что Царство Небесное и путь на небо открыт каждому христианину ценой страданий Господа нашего Иисуса Христа, ценой Его пречистой божественной крови. Перед очередным действием вновь читается молитва. И сейчас готовится очередное очень важное действие – помазание престолом, помазание престола святым миром в знак излияния благодати Божьей. Мира, святое мира – это особое вещество, которое освящается патриархом. И потом распространяется уже непосредственно по епархиям, которые находятся на территории канонической ответственности московского патриарха. Мира – это довольно сложное вещество, которое состоит из более 30 составов пород хвойных деревьев, особым образом готовится. Ну и сам благовонный состав мира знаменует собой животворное благоухание духовных дарований. В частности, человек помазывается святым миром только лишь раз в жизни, во время совершения таинства крещения.
крещения. Ранее помазывались также православные цари на царство, то есть дважды помазывались святым миром. То есть помазание святым миром – это есть особый знак, который символизирует метку, определенную такую духовную метку, которая означает, что место сие, в данном случае престол, а когда помазывает человека, то человек сей посвящен Богу и является Божьим. Если хотите, это определенное такое вот духовное клеймо. И сейчас мы видим начало совершения обряда облачения престола в специальные одежды. Как мы уже говорили, престол имеет двоякое значение. Оно имеет значение гроба Господня и значение престола славы Божьей. Поэтому на него возлагается двойная одежда, то есть нижняя и верхняя. Нижняя одежда – это одежда белого цвета. Ну, мы это уже видели с вами. Поскольку сам престол, он был в самом начале опущен вот в эту вот мраморную нишу. И сама вот первая одежда белая, более тонкая, она знаменует собой плащаницу, в которой было обвито тело Спасителя для погребения. А вот верхняя, она украшенная, как мы видим, и своим таким вот красотой, великолепием символизирует вечную небесную славу Царя Небесного. И вновь блаженнейший Ануфрий в сопровождении епископов Украинской Православной Церкви выходит на солью для совершения молитвы, предваряющей дальнейшие действия по освящению, по дальнейшему освящению храма. И напомню, что обычай торжественного освящения храмов распространился в христианском мире, начиная уже с 4 столетия. Мы уже говорили о том, как был освящен храм Воскресения Господня, и после него, уже основанный Константином, храм в Антиохии был закончен его сыном Констанцием и был освящен отцами Антиохийского собора 341 года, тоже вот собором-епископом, вот аналогично тому, при котором мы сейчас присутствуем, ибо сегодня тоже храм Святых Жен Мироносец освящается собором-епископом Украинской Православной Церкви. Сейчас блаженнейший Ануфрий читает молитвы
над святыми мощами, которые вот находятся. Который находится на небольшой подставке, вот мы только что видели, перед царскими вратами. Святые мощи. После обнесения их крестным ходом вокруг храма выносится в алтарь и полагается под престолом. Сейчас такой как бы интересный диалог с строками из 23-го псалма Давида, стихами 23-го псалма Давида происходит между предстоятелем церкви и хором. «Кто есть царь славы, Господь сил, то есть царь славы». Надо сказать, что эти слова псалма по объяснению святого Иустина, мученика, и святителя Иоанна Златоуста имеют отношение к обстоятельствам вознесения Иисуса Христа на небо, когда Спаситель возносился. Тогда было повеление, установленным от Бога высшим чином ангельским, отворить врата небесные, в которые должен войти Царь Славы, Сын Божий, Господь неба и земли, который должен зайти и сесть одесную Отца. Но небесные силы, увидев своего владыку в человеческом образе, в ужасе и недоумении спрашивали, кто есть сей царь славы, и Дух Святый отвечал им, Господь сил, то и есть царь славы. И вот теперь, когда святые мощи должны будут возноситься в алтарь, эти слова произносятся, и перед глазами христиан как бы повторяется то же событие, свидетелями которого были ангелы небесные. Царь славы входит в храм со святыми мощами, на которых, по вере церкви, невидимо почивает слава Спасителя нашего, во святых почивающего. Блаженнейший митрополит Ануфрий, троекратно обходит Святой Престол со святыми мощами. Действиями, сопровождаемыми хождением, сопровождаемые окроплением святой водой. Да, сейчас, конечно, честно говоря, даже страшно смотреть на экран, потому что то, что мы сейчас видим, я думаю, раз в жизни, наверное, видит далеко не каждый глубоко воцерковленный человек. В руках
блаженнейшего митрополита Онуфрия находятся мощи святого мученика, а может быть мучеников, которые сейчас будут полагаться под престол. Вот непосредственно мощи вкладывается в специальную емкость, заливается специальным составом, который впоследствии достаточно быстро загустевает, и будут полагаться в основании престола. Надо сказать, что, как мы уже говорили, первые три века христиане совершали свои богослужения непосредственно на гробах мучеников, кровью которых основалась, утвердилась и укрепилась церковь во всем мире. И уже на VII Вселенском соборе было определено, чтобы все освящаемые храмы обязательно были освящены с положением в них мощей мучеников. Вообще же перенесение мощей в новоосвященный храм означает, что благодать освящения переходит и преподается через первые храмы, и что новый храм посвящается покровительству и защите святых ходатаев прежнего храма. То есть вот такая вот святая преемственность, которая вообще очень сильно развита в Православной Церкви, потому что мы знаем, что существует вот преемственность апостольская, ибо все священнослужители, прежде всего архиереи, являются преемниками святых апостолов, которые, в свою очередь, полагали первых епископов, о чем точно указано в книге Деяний святых апостолов и в трудах апостольских, особенно в посланиях апостола Павла. И вот это вот цепь рукоположений от епископа к епископу пришли до наших дней. И вот, кстати, в частности, вот, например, нынешний представитель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Онуфрий, является 122-м архиереем от первого митрополита Киевского Михаила. Вот уже мы недавно как раз праздновали 1025-летие крещения Руси. И вот мы знаем, что первым митрополитом киевским стал митрополит Михаил, грек по национальности. И вот от него преемственно до наших дней прошла вот эта благодатная преемственная цепь. И вот, как уже было сказано, нынешний председатель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Онуфрий, является 122-м архиереем от митрополита Михаила, первого митрополита Киевского. Надо сказать, что и, в общем-то, эта преемственность тоже не есть какое-то новшество церкви новозаветной. Еще в Ветхом Завете при освящении храма Соломонова был из Кинии перенесен кивот завета и был поставлен во святая святых. И когда престол освящен, его
в завершение освящения на нем поставляются специальные священные предметы. Дарохранительница, вот которая мы видим в левой части экрана с краю, под таким вот стеклянным как бы куполом, место, где хранятся святые дары. Также на престол полагается Евангелие, как образ присутствия Христа. Под Евангелием мы тоже видим, Евангелие лежит на антиминсе. Вот антиминс, слово греческое, означает «вместо престолия». То есть это такой специальный плат, четыреугольный, в центре которого... Ну, я думаю, мы это еще сегодня увидим, но, может, тоже так проанонсируем. На нем есть изображение положения во гроб, снятого со креста Спасителя нашего Иисуса Христа. По углам антиминса расположены изображения святых евангелистов. И в центре антиминса вшиты святые мощи. То есть для чего это сделано? Сделано для того, что в случае, если нет возможности совершить литургию на престоле освященном, вот таким образом, каким мы сейчас его видели, потому что, ну, бывают случаи, когда, ну, не освящен престол належащим образом, тогда служить можно только если на этот престол будет положен антиминс. То есть, еще раз, слово, которое означает «вместо престолия». То есть, вместо престола. Ну, а сам антиминс, он... завернут такой шелковый плат, который называется илитон. И сейчас вот епископы исходят из алтаря для окропления стен храма святой водой. Окропление стен предваряется их каждением, и все вместе это изображает славу Божию. В частности, каждение изображает как бы облако, которое покрыло ветхозаветную скинию. И все это есть символ излияния благодати Божией и благословения Божия на созданный руками человека дом, посвященный Богу. Ибо храм – это и есть место, здание, посвященное Богу, место особого присутствия Божия, ибо здесь совершается самое главное таинство Церкви – таинство принесения бескровной жертвы, а всех и за вся. Также параллельно кропятся и присутствующие в храме люди. Надо сказать, что сам храм Жон Мироносец, он сравнительно, ну, небольшой, он рассчитан, в общем-то, даже по проекту на 500 человек. Но сегодня он, конечно, намного больше вмещает людей, он забит практически под завязку, и некоторые люди не смогли в храм войти. Вот мы сейчас видим в руках блаженнейшего митрополита Ануфрия специальную такую длинную трость, на конце которой находится кисточка, которой блаженнейший владыка помазывает стены храма святым миром. Я напомню, что это таинство совершается раз в жизни над человеком,
таинство миропомазания. То есть, еще раз напомню, что сам крест, который запечатлевается вот в момент таинства крещения, или вот сейчас в наших глазах, как мы видим, этим знаком креста запечатлеваются стены храма. Это есть духовная метка, которая говорит о том, что это место посвящено Богу. И через таинство миропомазания человеку сообщаются благодатные дары Святого Духа. Ну а в данном ритуальном действии помазания святым миром стен храма сообщается благодать на совершение в данном храме божественной литургии. Вновь совершается эктинья, уже завершительная, завершающая чин великого освящения, и блаженнейший владыка митрополит Ануфрий читает особую молитву. К сожалению, очень плохо слышны слова этой молитвы. Но молитва сия о создателе храма. И в этих молитвах возносится прошение о том, чтобы Господь ниспослал на нас благодать Святого Духа, подал всем единомыслие и мир, а создателем храма – оставление прегрешений. Исполнение всякие правды,
душа Господи, преклоните. Итак, только что завершился великий чин освящения храма, и непосредственно после него начинается божественная литургия. Начинается она традиционно чтением 3 и 6 часа. Блаженнейший митрополит Ануфрий в сопровождении епископата Украинской Православной Церкви выходит на середину храма и через несколько секунд уже непосредственно начнется вторая часть божественной литургии, литургии оглашенных. Читается молитва Царю Небесной, призывается благодать и помощь Святого Духа на совершение на все последующие совершаемые священнодействия. Аминь. И избави нас от всякого всеобительного и мрачного прегрешения, и всех уступите нас, ищущих видимых и невидимых благо. Господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Елисеем,
о Господине Высокопреосвященнейшем Архиепископе Александре, о Господине Преосвященнейшем Епископе Клименте, честном Пресвитерстве во Христе Диаконстве, по всем принче и люди Господу помолимся. Только что была совершена великая кинья, которая всегда начинается во время литургии оглашенных, в которой были произнесены прошения о самом важном, о самом насущном в жизни церкви, в жизни каждого человека. И сейчас мы слышим пропевание избранных стихов из 102-го и 103-го псалмов Давида, в которых душа человеческая благодарит Бога за многочисленные Его благодеяния.
сегодня предстоятелю Украинской Православной Церкви, блаженнейшему митрополиту Ануфрию, возглавляющему первую божественную литургию в новосозданном храме Святых Жен Мироносец, сослужит высокопреосвященнейший митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн, митрополит Митрофан Луганский и Алчевский, правящий архиерей Харьковской епархии, высокопреосвященнейший Ануфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр, а также высокопреосвященнейшие владыки архиепископ Городницкий Александр и архиепископ Изюмский и Купинский Елисей, а и также преосвященный епископ Ирпинский Климент. Да, такого события, пожалуй, в Харькове еще не было, чтобы храм освящал собор епископов во главе с предстоятелем поместной церкви. Сейчас сводный хор Харьковской епархии под управлением протоиерея Федора Воскобойникова поют так называемые блаженства, 9 заповедей блаженств, с которых Господь начал свою нагорную проповедь. Которые изложены, предложенные Спасителем 9 путей спасения человека. Она «Премудрость прости», что означает «В простоте веры внимайте премудрости Божьей». Вообще, вот сам чин божественной литургии, таких вот священных действиях, в особых песнопениях, в молитвах, повторяет всю новозаветную историю в образах. И каждому православному христианину необходимо знать литургию наизусть, ибо по слову апостольскому «вера от знания» люди, которые совершенно не знают службу, не знают, что означает то или иное действие, которое они видят в храме или как видят сейчас на своих телеэкранах. Для них все происходящее кажется каким-то театральным действием, под которым непонятно, что скрывается. А ведь на самом деле в церкви ничего нет лишнего. То есть каждый предмет, каждое священное действие, каждый шаг, в буквальном смысле слова, он за собой скрывает очень большой духовный смысл. И все это прекрасным образом сейчас описано, издано большими тиражами.
и практически в каждой церковной лавке обязательно есть книжка, которая так и называется «Всеночное бдение и божественная литургия», в которой детально изложен не только сам чин совершаемой службы, но и значение тех действий, которыми сопровождаются молитвы и непосредственно сам вот молитвенный и сам чин служебный. Поэтому человек, который хочет узнать, он имеет сейчас все возможности, плюс возможности интернета, где можно в поисковике задать любой интересующий вопрос, касающийся непонятного названия, неизвестного слова, чего бы этого ни было, то, что касается церковной службы, на все сейчас можно найти исчерпывающий ответ. Вот, кстати, сейчас мы видим, что у нас в течение храма присутствует мэр нашего города Геннадий Адольфович Кернес. Надо сказать, что при его активном участии совершалась реализация проекта строительства этого храма. И, впрочем, о храме мы с вами еще, слушайте, только начали говорить в самом начале нашей трансляции, поэтому мы несколько позже вернемся. История храма уникальна, она очень интересна. Интересна ее история прошлая, интересная история настоящая. Так что здесь есть о чем поговорить. Совершенно не случайно, столь торжественно освящение этого замечательного красавца храма, безусловно, новой архитектурной жемчужины нашего города. Предстоятеля Украинской Православной Церкви, хор от имени верующих поет по-гречески «Исполайте деспота», что в переводе означает «многое лето, господин». Ну, я думаю, если у нас будут возникать такие некоторые, ну что ли, паузы, мы будем продолжать разговор об истории храма святых жен мироносец. Мы уже говорили о том, что первые упоминания относятся к 1701 году, где упоминается о храме жен мироносец как небольшом деревянном строении, которое находилось на территории одного из городских, точнее, вне городских кладбищ, ибо кладбища в то время возводились вне городских стен. И поэтому вот на том месте, где сейчас находится зеркальная струя, непосредственно вот храм, это была территория древнего, пожалуй, первого харьковского кладбища после основания нашего города. В 1771 году, то есть когда уже началась синодальная эпоха, мы помним, что при Петре I было упразднено на Руси патриаршество, и высшей церковной властью стал Священный Синод. Так вот, согласно распоряжению Синода 1771 года, были закрыты все приходские кладбища. И вот тогда прихожане закрытых кладбищенских храмов обратились к тогдашнему генерал-губернатору Харькова с просьбой перестроить маленький храм жен мироносец в более большое помещение, более большой храм. И 9 мая 1781 года началось, в сущности, строительство нового большого каменного храма. И что интересно, что
Это строительство заняло около 2 лет. И надо сказать, что строительство и нынешнего храма, вот на открытии которого мы сейчас присутствуем, тоже заняло около 2 лет, ибо нынешний храм начал строиться в октябре 2013 года. Так вот, 9 июня 1783 года Кладбищенская церковь святых Женмироносец была освящена. И это был уже каменный, правда, однопрестольный храм, рядом с которым была возведена деревянная колокольня с 4 колоколами. И, кстати, вот интересный факт. Самый тяжелый колокол весил 500 килограмм. Вот можете представить себе, какой звук мог издавать такой 30-пудовый колокол. В 1792 году закрыли уже и Мироносецкое кладбище, потому что вокруг него уже активно застраивались новые городские кварталы. И уже в 1802 году храм Жен Мироносец стал приходским и был, собственно, и образован Мироносецкий приход. Прошло еще несколько лет, и в 1806 году, когда деревянная колокольня стала совсем ветхой, городскими властями было принято решение построить новую каменную колокольню. Начался сбор денег, но он шел очень медленно, и необходимая сумма, в общем-то, не собиралась. А в то время Харьков значительно расширился, особенно в северном направлении, и количество прихожан Мироносецкого храма уже увеличилось настолько, что поставило более насущную задачу, то есть задачу расширения существующего здания храма. Yeah.
Простите за паузу. Тут возникли некоторые технические трудности, которые успешно удалось устранить. Мы остановились на том, что было принято решение в 1806 году построить новую каменную колокольню, но не удалось собрать необходимого количества средств. А в то же время город сильно рос в северном направлении, и тогда уже количество прихожан сильно увеличилось в храме, и возникла необходимость в новом расширении храма. И вот тогда, а именно в 1813 году, были проведены все согласования с архиепископом Курским и белгородским феоктистом, который в то время временно управлял Харьковской епархией, и им было принято решение пристроить еще два притвора, которые должны были быть освящены во имя святого Николая Чудотворца и святых жен Мироносец. А главный престол должен был быть освящен во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. Ну и полностью
строительство уже нового храма полностью завершилось в начале 1819 года, то есть спустя 6 лет. Собственно говоря, вот на этом и заканчивается история храма, который просуществовал последующие 110 лет. В 1905 году в храме сделали электрическое освещение, ну а спустя 12 лет трагические события Октябрьского переворота 1917 года и наступившая эпоха, новая эпоха культурно-исторического погрома с установлением диктатуры, воинствующего безбожия, внесли свои коррективы в дальнейшую историю храма святых жен Мироносиц. И хотя еще 13 лет после Октябрьского переворота храм святых жен Мироносиц продолжал функционировать, но ранним утром 11 марта 1930 года, 4 часа утра, храм был взорван. Сейчас будет читаться воскресное Евангелие. Поэтому мы на время прервемся. Невозможно есть у Бога же, все возможно.
Иисус в церкви в приторе Соломоним, обыдоша же Его Иудеи и глагола к Ему, доколе души наша в земле жим, аще Ты еси Христос, рци нам не обинуяся. Отвеча Иисус рек вам и не веруете, дела еже я створю по имени Отца Моего, то свидетельствует о мне, но вы не веруете, не сибо Отец Моих, яко же рек вам. Овцы Мои гласа Моего служают, и я знаю их, и помпят грядут, и я живот вечный. Об этом, что мы
мы живем в гостинице, что мир является гостиницей, и что человек призван к высшей жизни, к вечной жизни. Об этом говорится в храме. В церкви постоянно возвещается человеку та истина, что на земле все временное, все приходящее, и человек сотворен не для того, чтобы тут насладиться только какими-то сиюминутными благами, а для того, чтобы наслаждаться вечным, благами, которые Господь уготовил человеку на небе. И этот храм, который построен в честь святых жен мироносец, является еще одним местом, где эта истина будет возвещаться всем приходящим в Него. Святые жены мироносицы, имени которых посвящен этот храм, являются одними из самых преданных учениц Спасителя. Христос Спаситель, совершая спасительную миссию на земле, на фаворе показал свою божественную славу, творил чудеса, воскресал мертвых, кормил голодных, поил жаждущих, исцелял больных. Это была слава Христова. Это были дела, которые говорили о славе Божества. Но когда Спаситель был распят на кресте и был погребен, как всякий человек, это было крайнее унижение Божества ради возвышения человека. И в этом, таком трагическом моменте, многие, которые считали себя последователями Христа, они отступили от Него. А святые жены мироносицы были верны до конца. И они одни из первых были возвещены о том, что совершилось великое таинство воскресения Христова, через которое человеку возвращен утраченный рай, и через который человек снова становится чадом Божьим. И в земной жизни церковь, которая представляет собой единый организм, человеческий организм, который состоит из нас, грешных, немощных людей, и во главе церкви стоит Христос. И церковь бывает во славе, и церковь бывает в поношении. И самым преданным и верным, и имеющим самую глубокую любовь к Богу является тот человек, который не оставляет церковь, даже тогда, когда ее поносят, грязью обливают, клевещут на нее. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы в своей жизни помнили, что этот мир, в котором мы живем, это гостиница. И те вещи, которые нас окружают, они даны нам не для того, чтобы они были над нами господами, а для того, чтобы мы свободно, как господа, распоряжались и употребляли их. Чтобы мы помнили о том, что для человека приготовлена лучшая жизнь, и та жизнь не будет иметь предела. Но для того, чтобы быть причастником той жизни, надо хоть немножко уподобляться святым женам мироносицам, которые проявляли любовь и верность Богу и во славе, и когда Спасителя поносили, когда его унижали, они были ему верны. Так верность человека в малом на земле возводит его к верности великом на небе, о Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь и поклонение ныне бесконечные веки. Аминь.
Господине и Отце нашим, блаженнейшим митрополите Алупри, и Господине Высокопреосвященнейшим митрополите Иринее, и Господине Высокопреосвященнейшим митрополите блаженнейшего митрополита Нуфрия, в сущности, прозвучала величайшая заслуга жен-мироносец, которым присвоен титул равноапостольных. Я, кстати, может быть, не все знают, что жены-мироносицы – это, ну, как раз те женщины, которые вот в первый день после субботы пришли к гробу воскресшего Господа Иисуса, чтобы ароматами, благовониями умастить Его пречистое тело, то есть помазать Его пречистое тело. Так они думали отдать последнюю дань любви и уважения тому, кто был ныне мертв, а которого они так любили и почитали. Ну, первая среди жен мироносец, конечно же, это святая равноапостольная Мария Магдалина, верная ученица Господа нашего Иисуса Христа. Далее это святая мироносица Мария Клеопова, Соломия, Иоанна, Сусанна и святые Марфа и Марии, сестры Лазаря, того самого Лазаря, которого воскресил Господь наш Иисус Христос, который умер и, будучи уже четверодневным, был воскрешен Господом нашим Иисусом Христом. Итак, завершая наш разговор о истории храма, ну или лучше сказать, продолжая, надо сказать о том, что на месте уничтоженной большевиками святыни новая власть планировала построить так называемое здание театра массового музыкального действа, в котором бы совмещался и цирк, и театр, и кинотеатр. Но после того, как столица из Харькова была перенесена в Киев, эти планы остались, к счастью, нереализованными, а на месте взорванного храма был устроен, точнее, построен троллейбусный парк. Впрочем, и уже в независимой Украине, в частности, при бывшем городском главе Владимире Шумилкине, на месте нынешнего храма предлагали построить торговый центр. Ну, впрочем, ладно, уже после Великой Отечественной войны на месте депо разбили сквер Победы, заложили аллею героев-комсомольцев и установили зеркальную струю, то есть нынешнюю архитектурную визитку нашего города. Кстати, по этому поводу есть сведения, которые основаны на воспоминаниях бывших партийных работников Харьковского обкома партии, что история сооружения фонтана-беседки связана с именем печально известного советского, можно так сказать, горе-реформатора Никиты Сергеевича Хрущева. В конце 40-х годов он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Украины. И вот однажды, во время своего визита в Харьков, находясь в кабинете главы Харьковского обкома партии Виктора Чураева, а обкомовское здание в те годы находилось как раз на улице Мироносецкая, Хрущев выглянул в окно, и, судя по всему, троллейбусный парк, который располагался под окнами обкома, произвел на него не лучшее впечатление, и будущий руководитель советского государства отругал руководителя харьковских коммунистов за неприглядный вид под окнами обкома. И результатом этого разговора стало решение властей разбить на этом месте сквер с фонтаном. Вот так в 1947 году на месте депо был заложен сквер Победы с бассейном и фонтаном-беседкой, который впоследствии получил название стеклянная струя, а уже в 1958 году в честь празднования 40-летия комсомола на территории сквера была открыта аллея героев-комсомольцев. Ну а с предложением возродить храм святых жен мироносец в сфере Победы городским властям обратилась Харьковская епархия Украинской Православной Церкви. Власти поддержали идею и ее реализацию и поручили реализацию этой идеи главному архитектору города Сергею Чечельницкому. Вот в результате и родилось это чудо, которое мы видим сегодня
собственными глазами. Нынешний красавец, девятикупольный трехпрестольный храм Святых Жен Мироносец имеет верхний и нижний предел, а высота храма составляет 45 метров. И надо сказать, что храм изумительно вписался в общий архитектурный ансамбль парка. А кроме того, учитывая то, что к знаменитому фонтану традиционно съезжается фотографироваться молодожены в день свадьбы, то тут же в этом чудо-храме они теперь смогут и повенчаться. Хотя, справедливости ради, надо сказать о том, что реализация проекта возрождения храма Святых Жен Мироносец, как и всякое, пожалуй, богоугодное дело, было сопряжено с большим множеством сложностей и искушений. Во-первых, определенным камнем преткновения при обсуждении проекта стало здание оперного театра. Ведь по проекту новый храм должен был размещаться на одной оси с этой чудовищной конструкцией, а значит, этой исполинской коробке оперного так или иначе предстояло участвовать в общей композиции. При этом одни зодчие считали, что пластика украинского барокко, в стиле которого выполнен храм Жен Мироносец, оживит эти места и как бы сгладив, мягко говоря, неизящный короб хатоба. Другие сомневались, насколько будет, скажем так, гармонизировать изящный белоснежный храм с золотыми куполами с серой громадиной напротив. И в итоге на городском совете был представлен только вид зеркальной струи и храма. И увиденная чиновниками гармония разрешила все споры. Однако, наверное, самый пылкий дебат вызвал вопрос о судьбе аллеи героев-комсомольцев. Ведь соседство храма с бюстами, пусть и героев, но все-таки людей, мягко говоря, весьма далеких от веры в чисто идейном плане, выглядело не совсем уместным. И по этому вопросу также высказывались разные мнения, велись весьма ожесточенные споры, но консенсус оппоненты пришли после предложения, как ни странно, все же сохранить в сквере бюсты и даже сделать их из мрамора, поскольку аллея героев, которая идет к храму, стала бы в какой-то мере даже символичной. Ведь что ни говори, а поколение героев-комсомольцев, бюсты которые расположены перед храмом,
Это все же было поколение строителей и созидателей, которые хоть и были воспитаны на идеологии атеизма, но все же сохраняли во многом истинные представления о духовных ценностях, даже не подозревая порой о том, что эти ценности были основаны на христианстве. Вот так в нынешнем ансамбле титульного, можно сказать, городского парка и совместились две идеи – церкви и аллеи героев. И, кстати, храм Святых Жен Мироносец имеет еще одну особенность – это единственный в городе храм, который не окружен оградой перед центральным входом. То есть он не имеет традиционной церковной ограды. И, по словам главного архитектора храма Сергея Чечевницкого, это специально придумано так, чтобы храм как бы вылился в город. Хотя правильно было бы сказать, чтобы город зашел в храм. По традиции, после освящения храма, в новоосвященном храме литургия служится 7 дней подряд ради, скажем так, даров Святого Духа, который отныне всегда будет пребывать в храме. Ну а согласно православному вероучению, их как раз 7 даров Святого Духа. Потому он и именуется в Писании вот, Духом премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия, Дух страха Божия. Но есть, конечно, и иные дары, о которых пишет святой апостол Павел. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кстати, не так давно исполнился ровно год с тех пор, как блаженнейший митрополит Ануфрий возглавил свое предстоятельство Украинской Православной Церковью. Именно 13 августа прошлого года он был избран Архиерейским собором на это святое предстоятельство. Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Свято-Успенские Киево-Печерские лавры, священно-архимандритам, господинам, высокопреосвященнейшего митропана, митрополита Луганского и Алчевского, господинам, высокопреосвященнейшего Иринея, митрополита Днепропетровского и Павлоградовского, господинам, высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Староосколецкого, господина нашего, высокопреосвященнейшего Ануфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, господина высокопреосвященнейшего Филиппа, митрополита Полтавского и Миргородского, господина высокопреосвященнейшего Александра, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, господина высокопреосвященнейшего Елисея, архиепископа Изюмского и Купянского, господина высокопреосвященнейшего Александра, архиепископа Городницкого, господина преосвященнейшего Климента, епископа Ирпенского, приносящих святые дары
сием, Господи, Богу нашему, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, о всем священничестве и иночестве чине, о Богом хранимой стране нашей, о властях и воинствах, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьей Церкви, о спасении и помощи сочанием и страхом Божьим трудающихся и служащих, о исцелении немощных лежащих, о успении слабим, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и иных иждом помышлений. Дорогие братья и сестры, мы вновь в прямом эфире. Господь даровал нам еще полчаса эфирного времени, хотя мы с вами уже попрощались, но, к счастью, Божественная литургия продолжается, и, в сущности, мы пропустили евхаристический канон, который вот только что завершился. И сейчас будет провозглашаться просительная эктинья. Ну, а только что в алтаре на новоосвященном престоле было совершено самое главное таинство Церкви – приложение заранее заготовленных святых даров, хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа Спасителя. Пока был перерыв в трансляции, не удалось выйти из храма, ибо он окружен несколькими сотнями, а может быть и тысячами людей. То есть присутствующие в храме – это лишь малая часть всех людей, которые сегодня пришли на посмотреть, поучаствовать, прежде всего поучаствовать, молитвенно посоучаствовать в этом историческом событии. И надо сказать, что к чести организаторов сегодняшних торжеств очень хорошо подготовлено мероприятие в храме, очень хороший звук. И у храма выставлен достаточно большой экран, и наша трансляция полностью, она транслируется также не только на тех телеканалах, которые вы сейчас смотрите, но также и на улицу. И поэтому многие люди, собравшиеся у стен храма сейчас, они имеют возможность видеть то, что происходит в храме и непосредственно в святом алтаре. Хочется повториться, может быть, для тех людей, которые внезапно вдруг сейчас так вот попали на нашу трансляцию, хочется как бы повториться, что сегодня в нашем городе торжественно открылся храм святых жен Мироносец, который находится в парке Победы за зеркальной струей. И храм не заново построен, а возрожден на месте взорванного в 1930 году храма святых жен Мироносец, в память об этом храме, который был построен здесь еще в 1701 году, носит название одной из известных харьковских улиц, улиц Мироносецкой. Многие люди, видимо, даже харьковчане, может быть, даже и не подозревали о том, что название улица получила от названия храма, на который она была построена.
Поначалу эта церковь была кладбищенская, потому что на месте храма, на месте самого парка, на котором находится зеркальная струя, находилось первое харьковское кладбище после основания города нашего в 1654 году. Наш город был крайне мал. В сущности, это было всего, может быть, несколько, скажем так, кварталов, современных кварталов, можно так посчитать, которые находились вокруг Свято-Покровского монастыря. И уже вот территория, на которой находится нынешний оперный театр, на которой находится зеркальная струя и вот построенный храм святых жен Мироносец, это уже была загородная черта, то есть это уже находилась черта за пределами города. Здесь находилось кладбище, и как традиционно обычно на Руси, на кладбищах всегда устраивались небольшие часовенки или небольшие храмы для того, чтобы народ мог помолиться о покоении людей, прах которых покоился на этом кладбище. Ну и уже по мере роста нашего города на север, постепенно храм утратил этот статус кладбищенского храма, перешел в разряд храмов приходских, и по просьбе, скажем так, городской громады, которая обратилась к генерал-губернатору нашего города, был построен уже большой трехпрестольный каменный храм святых жен Мироносец, который просуществовал вплоть до 1930 года, когда он был ранним утром, 4 часа утра, злодейски взорван атеистической властью. Ну и потом на месте этого храма было устроено троллейбусное депо. И уже после этого тут была устроена аллея героев-комсомольцев, которая, впрочем, решением уже нынешнего горсовета было решено не убирать, и наоборот, как уже мы об этом говорили в конце нашего репортажа, так вот внезапно прерванного полчаса назад, в этом есть определенный такой вот символический смысл, что перед храмом находится аллея с героями людей, которые строили эту страну, созидали эту страну, защищали ее от врагов. И сегодня, в день, когда мы совершаем первую божественную литургию в новоосвященном храме, этот же день является днем освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому не будь подвига этих людей, бюсты которых находятся перед храмом, не было бы сейчас мирной жизни Харькова, была бы совсем, даже страшно себе представить, какая была бы жизнь в условиях, ну, я думаю, сами понимаете. Люди, которые думающие, мыслящие, они знали планы Третьего Рейха в отношении восточных территорий, и поэтому все уже было практически предрешено. И поэтому, если бы не удалось сломить хребет фашистскому зверю, то неизвестно, что было бы сейчас на нашей земле. Уж, по крайней мере, нас бы с вами точно бы не было. Поэтому в этот день я еще раз хочу призвать всех вас помолиться о упокоении всех людей, которые отдали свою жизнь за освобождение и за свободу нашего города. Освобождение Харькова далось огромнейшей ценой. Наш город Харьков претерпел большие репрессии от оккупантов, может быть, даже более, чем в некоторых других городах Украины. В силу того, что в Харькове было очень сильное подполье, и, кстати, в Харькове впервые была применена дистанционная бомба, которая взорвалась в здании штаба вермахта, который находился в нынешнем здании апелляционного суда на площади Руднева. Сработало взрывное устройство, а непосредственно человек, который делал подрыв, находился за много километров от Харькова. Поэтому вслед за этим, конечно, последовали определенные репрессии. Так, по большому счету, вы знаете, что было три освобождения нашего города.
была совершена неудачная, провальная операция, проведенная зимой 43-го года. И очень большой кровью удалось освобождение нашего города. По данным историков, до 1 000 000 человек сложили свои головы за освобождение нашего города. Вот цена того мирного неба, которое мы сейчас имеем над своей головой. И надо сказать, что в довоенном Харькове проживало примерно такое же количество людей, которое проживает в нем и сейчас, 1 000 000 человек. И когда 23 августа войска Советской армии вошли в наш город, освобождая его от фашистской нечисти, встречали воинов, опустевший город. В городе осталось всего 70 тысяч жителей. Вот вдумайтесь, из 1 000 000 города всего 70 тысяч. Это население небольшого нынешнего Харьковского микрорайона. Вот цена, точнее, следствие тех репрессий, которым было подвергнуто население нашего города. И вот в этот святой день совершается столь уникальное уже в духовно-историческом плане событие – освящение храма, взорванного большевиками. И уже этот новый красавец-храм, который, несомненно, является новой архитектурной и духовной жемчужиной нашего города, является символом того, что дело Божие живет и продолжает жить, и будет жить по слову Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, что врата ада никогда не одолеют церковь. На протяжении 20 столетий церковь претерпевала разные гонения. Были непосредственное стремление уничтожить церковь физически. Это было первые 3 века христианства. Это было и в нашей уже новейшей истории, истории богоборческой эпохи, когда тысячи, десятки тысяч храмов по всей Руси были уничтожены богоборческой властью. И мы знаем, что уже накануне Великой Отечественной войны всего несколько архиереев остались живых, точнее, остались на свободе, которые продолжали свое служение. Остальные были либо в лагерях, либо были уничтожены безбожной властью. Ибо люди, которые пришли к власти в 1917 году путем кровавого переворота, они прекрасно понимали, что уничтожить церковь можно, прежде всего полностью уничтожив церковную иерархию. Не будет епископов, прервется апостольская преемственность, исчезнет церковь. Но Господь, промыслитель, Он творец истории, Он никогда не допускал и никогда не допустит, чтобы это произошло. Господь для вразумления людей часто попускает всевозможные бедствия, попускает народу то, что мы называем привычным словом «горе», привычным словом «трагедия». Но неправильно было бы это все называть словом «наказание Божие». Господь не умеет наказывать, Он априори не может наказывать, ибо Бог есть любовь. Бог есть свет, в котором нет ни капли тьмы. И поэтому Господь, как вселюбящий Отец наш Небесный, Он промышляет о спасении человека. И поэтому Он не наказывает, Он вразумляет. Человек сам себя наказывает, отвращаясь от Бога, отворачиваясь от Него, сознательно попирая Его святые заповеди. И вот тогда и приходит то, что называется наказанием. Хотя, на самом деле, само слово «наказание», славянское слово, имеет буквальный перевод «научение». Поэтому, в принципе, даже в слове «наказание Божье» ничего нет, скажем так, страшного и пугающего. Ибо когда человек сказал «меня Бог наказал», можно буквально принимать так, что «меня Бог научил». Но разве это плохо, когда Бог учит нас? Ведь
Мы же не возражаем, когда нас учат учителя или нас учат наши родители. И при этом, если мы знаем, что они любят нас, и мы доверяем им, мы принимаем любое от них научение или даже наказание. Господь же несоизмерим ни с одним человеком. Он любит нас так. Он любит каждого из нас так, как мы не умеем любить своих детей. И поэтому, уж если Господь попускает какое-то бедствие на земле, то, несомненно, в этом есть высший смысл. Так произошло накануне трагических событий 40-х годов, когда общество должно было пробудиться, отряхнуться, вразумиться, вспомнить то, что оно предало Христа, оно предало Церковь, оно отвернулось от Христа, оно рушило храмы. Эта Церковь нужно было как-то пробудить, это общество нужно было как-то встряхнуть. И вот Господь избрал такую вот меру попущения, которая называется война. Война – это последнее, крайнее средство вразумления совершенно заблудшего, сбившегося с пути народа. Но, как бы это ни звучало цинично, духовные плоды войны, они всегда благи. Поэтому всегда после войн наступало возрождение. Это возрождение мы наблюдали после окончания Второй мировой войны. Это мы наблюдали не раз в нашей истории. Поэтому для нас, христиан, есть один способ. Если мы хотим как-то повлиять на ситуацию, начиная с нашей семьи и заканчивая чем-то более высоким, у нас есть прекрасное средство этого. Есть молитва и есть благочестие. Мы должны стремиться каждый к личному благочестию. Ибо человек, который стремится исполнять заповеди Божии, который стремится к личному благочестию, он приобретает то, что святые отцы церкви называли дерзновением. А дерзновенный человек в молитве очень многое может достичь. Человек, который приобретает способность дерзновенно молиться Богу, он становится молитвенником не только за себя, не только за свою семью, не только за своих близких, но он способен молиться за весь мир. И мы знаем, что были молитвенники, которые спасали своей молитвой не только целые страны, они влияли на ход истории. Молитва лишь одного Сергия Радонежского. Народ русский избавился от ига монголо-татарского. И мы знаем уже многие другие примеры, когда молитвой одного лишь праведного патриарха Ермогена была преодолена смута начала 17-го столетия. Да, в историю мы знаем, вошли многие имена. Там мы знаем Минина, Пожарского, другие имена. Но мы забываем главный духовный импульс, который последовал именно от патриарха Ермогена. Вот что может делать один молитвенник, один человек, который угоден Богу и который готов жизнь свою положить за други своя. Вот что мы можем делать. Поэтому, разумеется, что для нас, христиан, прежде всего, это является самым главным оружием. Хочешь мир преобразить – начни с себя, начни преображать себя. Преобразишься ты, преобразятся вокруг тебя твои дети, твои ближайшие родственники, твои ближайшие друзья, твои коллеги. И дальше, дальше, дальше. Ведь свеча от свечи зажигается, а сердце от сердца. Начинает сердце одного человека гореть огнем любви, и вокруг него мрак, который состоял из людей непросвещенных, вдруг начинает озаряться. Люди пытаются, даже бывает неосознанно, подключиться к источнику этого огня, к источнику этой благодати, которая исходит от человека, который изменяет себя к лучшему, изменяет себя в сторону Божьих заповедей. И постепенно люди тянутся к этому источнику и сами начинают просвещаться, и сами начинают меняться. Вот что может сделать молитва одного человека. И молитва, и его стремление начать жизнь праведную. Поэтому не стоит искать внешних врагов. Не нужно искать наш источник наших несчастий на стороне. Он, источник этот, только в нас самих. Начни с себя. Преподобный Серафим Саровский так и говорил: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Именно об этом имел великий праведник. Это имел в виду великий праведник, когда говорил эти слова. Преображение одного человека не может остаться незамеченным. Оно неизменно к этому преображению ведет и всех окружающих его. Вот об этом нужно нам очень хорошо помнить, особенно в такой святой день, в котором мы сейчас с вами имеем счастье беседовать, встречаться.
телезрители, которые присутствовали при начале нашей трансляции в 9 часов. Очень, конечно, жаль, что она прервалась, и, возможно, некоторые люди уже переключились на другие телеканалы или выключили телевизор, и, возможно, сейчас нас смотрят те, которые не смотрели нас на протяжении 2 часов, с 9 до 11, когда нам было выделено эфирное время без этого вот такого дополнения, дополнительного времени. Они присутствовали при чине великого освящения храма, потому что нельзя совершать божественные литургии в храме неосвященном. И сегодня мы полностью показывали от начала до конца чин освящения храма, который был совершен предстоятелем Украинской Православной Церкви, блаженнейшим митрополитом Владимиром, который сегодня же и возглавил божественную, первую божественную литургию в храме святых жен Мироносец со служением 10 архиереев Украинской Православной Церкви. Конечно, сейчас современные средства коммуникации позволяют показывать и делать то, что, о чем даже не мыслилось еще несколько лет назад. Ну, или, по крайней мере, уж два десятилетия, уж точно. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Конечно, не зря устав церкви предполагает в определенные моменты богослужения закрывать и отворять царские врата, закрывать и открывать завесу храмовую, потому что все это так или иначе символизирует открытие, приоткрытие тайн Божьих, то есть в определенной степени, в какой степени эти тайны Божьи приоткрыты людям. И получается так, что вот как бы мы видим, что вроде бы и врата царские закрываются, и завеса закрывается. То есть как бы верующим, обычным мирянам показывается этим самым, что происходящее не должно, происходящее в алтаре не должно стать, так сказать, достоянием их глаз, ушей. Ну, по большому счету, видимо, нельзя им видеть то, что происходит в алтаре. Ну, а камера в алтаре продолжает работать, и как бы получается нарушение вот такой вот сакральности божественной службы. И, честно говоря, я не уверен, насколько это правильно. Но, тем не менее, с другой стороны, в какой-то мере это позволяет, может быть, ну что ли лучше, просветиться человеку, который сидит у экрана или который даже регулярно ходит в храм, но, как многие люди говорят, я мало что понимаю происходящее в храме или вообще ничего не понимаю. И для священнослужителя очень горько слышать эти слова, потому что если эти слова были вполне оправданы и были бы поняты, скажем так, полвека назад, когда и не было настолько развито издательское дело, церковное, имею в виду, и не было столько храмов открыто, и вообще как бы церковная литература как таковая не издавалась на протяжении целых десятилетий советского режима, то сейчас, когда открыты, ну, собственно говоря, и типографии православные, и издательские центры, и при многих городских храмах существуют довольно неплохие, скажем так, магазины книжные, не говоря о том, что, например, в нашем городе есть даже несколько центров православной литературы, где выбор литературы этой настолько велик, настолько огромен, настолько разнообразен, что даже, честно говоря, затрудняюсь сказать, на какой ответ, на какой вопрос сейчас нельзя было бы найти ответ. Причем ответ не какой-то такой, знаете, нереальный, теоретический, а совершенно практические ответы. Ведь, понимаете, дело в том, что когда человек обращается в храм, обращается к священнику с каким-то вопросом, или когда у человека просто возникает какой-то вопрос, житейская проблема, когда человек находится на пути выбора, к
когда перед ним стоит определенная альтернатива поступить так или так, уезжать или остаться, отдать своего ребенка в это учебное заведение или в иное, выйти замуж или остаться, или не выходить замуж, разойтись или сохранить семью. Ну, масса вопросов, судиться, не судиться, там, подавать в суд, не подавать. Ну, масса вопросов, это совершенно житейские проблемы, которые у каждого человека имеются. На все эти вопросы есть ответы духовные и практические. И эти ответы можно получить в церкви, потому что, прежде всего, не надо забывать, что нашей церкви 2000 лет. То есть наша церковь основана Господом нашим, Иисусом Христом, основана им на Голгофе, основана им на святых своих апостолах, которые распространяли церковь по всей вселенной. И как церковь распространялась, об этом уже повествуется в книге «Деяний святых апостолов». И это о чем говорит? Это о том говорит, что на протяжении вот этих вот 20 веков нет такой проблемы, нет такого вопроса вот житейского, с которым церковь ни разу бы не столкнулась. Ну просто априори не существует такого вопроса. Где-то что-то подобное, аналогичное уже с кем-то происходило. Поэтому отсюда и основан вот этот вот самый духовный опыт церкви. Если возникает какой-либо вопрос, если возникает какое-либо сомнение, необходимо обратиться к соответствующим источникам. Бывает даже такое, мне много раз приходилось лично наблюдать такую картину, когда вот приходит человек в церковный магазин, стоит перед прилавком, где множество литературы выложено, и вот видно по глазам, по лицу человека видно, что он, собственно говоря, не знает, что ему нужно. Но вот он смотрит название самих изданий, он смотрит название произведений, и по названиям у него происходит именно формулировка. Он хорошо начинает понимать, ага, вот, наверное, то, что мне сейчас было бы неплохо почитать, вот, что мне именно сейчас нужно узнать, вот вопрос. А бывает и наоборот. А бывает человек месяцами, бывает неделями человек ходит с какой-то мыслью, его тревожит какая-то мысль, его тревожит какой-то вопрос. Приходит человек, смотрит литературу, выбирает литературу и, в конце концов, даже просто по заголовку часто видит уже ответ, даже не ответ на свой вопрос, а видит формулировку своего вопроса в виде названия той или иной, например, книги или той или иной статьи в газете или каком-нибудь православном журнале. Поэтому сейчас современному человеку, современному христианину стыдно говорить священнику и даже стыдно самой себе признаться о том, что ничего не знаю, ничего не понимаю, только ленью и нежеланием, только таким вот равнодушием к вопросам духовности, к вопросам своей души, к вопросам своей участи в вечности можно объяснить вот эту нашу инфантильность. Ведь многие люди так годами просто ходят в храм, просто приходят, выполнили какие-то ритуальные действия, свечи обязательно поставили. Ну, бывает, что люди еще готовятся к исповеди и причастию. Но этим, к сожалению, и вся их церковность, вся их православность и заканчивается. Люди не просвещены, люди своим поведением, вот, бывает даже внешним видом, просто отталкивают окружающих от храма и сами по себе не вызывают желания у окружающих узнать о Христе, узнать о церкви. Люди видят таких верующих людей и не хотят становиться христианами. Вот в чем заключается очень большая проблема современной церкви. И поэтому вот то, что сейчас мы, о чем мы сейчас говорим, прежде всего это относится к людям, которые называют себя христианами, православными христианами. Вот мы только что говорили о том, как может много сделать желание человека стать благочестивым. Человек становится, еще не становится благочестивым, он только лишь начинает трудиться на ниве благочестия, ибо пределов совершенства их не существует, ибо Бог бесконечен, и также бесконечно развитие, вот непосредственно этот путь, который ведет нас к богоподобию. Поэтому само желание человека стать лучше, и даже небольшие усилия, которые он делает над собой в стремлении становиться лучше, совершеннее, стремление
меньше грешить, стремление проявлять трезвение. Я имею в виду не в плане воздержания от спиртных напитков, а трезвение в плане постоянного контроля своих эмоций, своих чувств, своих желаний, своих слов, то есть всего того, что может быть либо отдалять его от Бога, либо приближать к Нему. Вот уже это одно только стремление, лишь одни только лишь усилия в этом направлении уже делает нас особенными людьми. Он дает нам благодать. Вот это наше желание, вот это наша работа над собой. Оно дает нам благодать. А благодать, она совершает такое действие в нас, которое обязательно сказывается и на людей, на людях, окружающих нас. И самое главное, что молитва наша приобретает то, что мы называем дерзновением. Вот об этом мы уже говорили, что многие из нас даже молиться не могут, не потому что не умеют, а потому что морально понимают, что они настолько черны, они настолько нерадивы, что их молитва, ну, не то чтобы Богом не слышима, но она может Богом быть неисполняема. Бог-то слышит любую молитву. Господь зрит наши сердца, и без этих слов Господь прекрасно знает и наши мысли, и наши чувства, и наши желания, и наши стремления. И поэтому, молясь Богу, об этом тоже нужно помнить, что сила молитвы заключается не в каких-то особых таких, знаете ли, словесных вензелях. Отнюдь нет. Бывает и бессловесная молитва. Господь сердце наше зрит. Поэтому надо понимать так, что сама по себе молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Если мы помним о Боге, если мы постоянно чувствуем себя перед Богом, если мы живем так, как жил праведный Енох, о котором Библия говорит о том, что он ходил пред Богом. Что такое хождение пред Богом? Это постоянно чувствовать везде присутствие Божие. Это всегда понимать, что на каждом месте, в любой момент времени Господь тебя видит. И самое главное – это желание, внутреннее, горячее желание не обидеть Бога, не отпугнуть Бога, не обидеть Бога, не отогнать от себя божественную благодать. Вот что рождает вот эту постоянную такую аккуратность. Вот это есть то, что называется трезвение, когда человек постоянно контролирует себя, причем это происходит у него неосознанно. Сначала, конечно, это приходит через некоторое напряжение, но это постепенно становится привычкой. А уже привычка впоследствии рождает уже и навык. Вот. И впоследствии человек, который привыкает какое-то время, может быть, годами, вот такого духовного трезвения, впоследствии он просто уже, он культурно он даже культурно перерождается. Такой человек уже, он не может говорить там плохие слова. Он вообще говорит красивым литературным языком. У него внешность приобретает такой спокойный, приветливый вид. Это мы часто наблюдаем у людей духовных. Вот некоторые люди рассказывали, что вот они приезжали в монастыри и видели неких монахов, неких старцев, от которых уходить не хотелось. И не потому, что они получали какие-то ответы, а просто от них настолько исходила благодать, что не хотелось уходить от них. На них было просто смотреть приятно. И самое главное, вот одним словом люди называют это состояние. Они говорят, мы чувствовали в окружении их мир. В их присутствии мы чувствовали мир. Вот это мир, тот самый мир, о котором Господь сказал, что мир оставляю вам, не тот мир, который мир вам дает, а свой мир даю вам. Вот этот мир чувствуется исходящий от людей именно высокодуховных и людей благочестивых. Такой человек слова грубого не скажет. Такой человек, он сожалеет всех, он жалеет о всех. И вот эта вот жалость о людях, жалость о тех трагедиях, которые ежедневно совершаются в нашем мире, она понуждает этих людей к молитве. И люди, сердце, которое сжимается от видения многих трагедий, которые происходят на нашей земле, оно понуждает нас к молитве. Оно понуждает нас самим меняться. Ибо если я хочу помочь своему ближнему, я начну меняться. Как апостол Павел, помните,
в одном из своих посланий говорит, что если я ем мясо, и это соблазняет ближнего моего, то не буду есть мясо вовек. Но это, конечно, так говорили души святые. От нас же с вами нужен, собственно говоря, такой вот микроапостольский подвиг. Апостолы привели ко Христу миллионы человек. Они привели ко Христу всю Вселенную. Нас же микроапостольский труд заключается в том, чтобы привести ко Христу хотя бы одного, двух, трех человек. И этого будет достаточно. И пусть это будут не какие-то абстрактные люди, пусть это будут наши дети, пусть это будут наши ближайшие родственники, пусть будут это наши жены, наши мужья. То есть люди, с которыми мы связаны, бывают узами самого тесного кровного родства. А как часто бывает, мы наблюдаем довольно печальную картину. Жена верующий, церковный человек, муж неверующий. В семье проблема, естественно, потому что религиозность человека определяет его мировоззрение полностью. Всегда мировоззрение, культура человека, она только отталкивается от религиозности человека. Религия – вот фундамент, фундамент всякого мировоззрения. Вот какую человек религию исповедует, и даже, скажем так, как он ее понимает, вот такова и его, таково его мировоззрение, такова его и культура. Вот почему очень важно именно правильно веровать, именно правильно славить Бога. Поэтому мы с вами христиане. Какие христиане? Православные христиане. То есть христиане православящие, то есть верно, правильно славящие Господа. То есть это величайшая честь, которой одарил нас всех Господь. Поэтому, конечно же, мы с вами, дорогие харьковчане, прежде всего мы, должны с вами благодарить Бога, что родились на этой благословенной земле, которая освящена подвигом тысяч христиан, подвигом многих мучеников. Живем на земле, которая издавна называлась землей православной. И дальнейшая судьба, дальнейшая историческая судьба этой земли зависит только от одного – от нашего всенародного покаяния. Только от того, изменимся ли мы внутренне, осознаем ли мы то, что творим, осознаем ли мы то, какими ценностями живет каждый из нас. Вот только через это осознание, только через это осмысление Господь переменит, возможно, горькую участь, которая ожидает всякий народ заблудившийся, и только тогда настанет то, что можно будет назвать возрождением. Поэтому призыв Церкви, он всегда неизменен. Это призыв к покаянию, то есть к изменению, своих мыслей, к изменению своего образа жизни. По большому счету, вот слово греческое «метаноя», то есть то, что называется «покаяние», оно и означает «перемену ума». Поэтому все начинается именно с перемены ума. Человек вдруг понимает, что жил неправильно, человек понимает, что мыслил неправильно, не теми ценностями жил. Вот и начинается покаяние. Сначала осмысление, а потом уже непосредственно практическое приложение. Человек начинает в храм ходить, начинает книги духовные читать, молиться начинает. Все, начинается изменение. Потом уже жизнь начинает свою подстраивать под свое изменившееся уже в соответствии с православным вероучением мировоззрение. И вокруг жизнь начинает меняться. Поэтому в этот день, когда Харьков получил новую духовную и архитектурную жемчужину, помолимся все вместе о мире всего мира. И, как об этом говорится в Великой Княгине, о благом стоянии святых Божьих церквей –
и будем уверены, Господь услышит наши молитвы и дарует благодать и свое благословение на наш многострадальный народ. Богодуховского было освящено место. Но долгое время
не было возможности строить, пока не было людей доброй воли, которые пожелали вместе с мэром построить этот храм. И вот этот маяк, который сияет в городе Харькове и показывает путь тем людям, которые еще не нашли дорогу к храму. Сегодня мы все нашли новую дорогу к новому храму. Ваше блаженство, благословите от имени прихожан уже нового храма Харьковской епархии, подарить вам икону святых жен Мироносец, которая является покровителем этого храма. И особенно, как вы видите, сегодня очень множество женщин пришли, верующих в этот храм, потому что это их храм, который будет приходить сюда за молитвой, за благословением Божьим. В этом святом месте была всегда мечта воздвигнуть этот храм, мечта владыки Никодима. Сегодня он тоже с нами, радуется на небесах, и сегодня вместе с нами молится и радуется то, что здесь наконец-то мечта его сбылась, и храм с вашего благословения освящен в городе Харькове святых жен Мироносец. Ваше блаженство, сыновья вам поклон, спасибо вам, дорогой блаженнейший, за ваше посещение города Харькова. Для вас в эти дни тяжело, потому что вы посещаете епархии нашей Украинской Православной Церкви, возносите молитвы, объединяете народ, чтобы наш народ жил в мире, в братолюбии и согласии. И особенно здесь, на Восточной Украине. Ваше блаженство, мы все молимся за вас. Дай Бог вам терпение, дай Бог, чтобы Господь вас охранял, оберегал на многие благие лета. Исполняйте, Деспота, ваше блаженство. Спасибо, Господи, дорогой владыка, митрополит, за добрые слова. Первое, что я хотел бы сделать, хотел бы вручить благословенные грамоты, награды тем людям, которые особенно потрудились для того, чтобы был построен этот прекрасный, величественный храм. Грамота митрополита Київської і всієї України Онуфрієн. За заслуги перед Українською Православною Церквою Високопреосвященніший Онуфрій митрополит Харківський і Богодухівський нагороджується орденом Української Православної Церкви преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Онуфрій митрополит Київський і всієї України – предстоятель Української Православної Церкви. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Онуфрій, награждается высокими церковными наградами правящего архиерея, высокопреосвященнейшего Онуфрія, митрополита Харьковского и Богодуховского и Харьковского городского голову Геннадия Адольфовича Керниса. Мы уже сегодня немного говорили о том, что очень большую роль сыграл этот человек в становлении проекта возрождения этого храма и курировал его на всех этапах его реализации. Святого рівноапостольного князя Володимира. Онуфрій митрополит Київ.
Української православної церкви Хорунжий Геннадій Геннадійович нагороджується орденом Української православної церкви Святого Рівноапостольного князя Володимира. Оновний митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Говорили изначально, первая церковь Святых Жил Мироносец была однопрестольная, и уже по мере увеличения города Харькова, когда уже количество прихожан не вмещало всех, уже было принято решение строить трехпрестольный храм. Так вот этот вот храм трехпрестольный был построен в течение 2 лет. Очень быстрые, скажем так, темпы по тому времени. Радовались, видя, как ваше слово воспринимает.
вливаются в сердца человеческие и приносят плоды любови до Бога, до ближнего, доброты, прощения и терпения. Мне приятно сегодня встретить мужественного человека, Кернеса Геннадия Адольфовича, который сегодня среди нас, и я знаю, что который очень много сделал и для этого места, и для города Харькова. Я преклоняюсь перед вами за ваше мужество, за вашу твердость, за вашу принципиальность. Вы знаете, что когда человек принципиальный, мы все люди, мы можем ошибаться и ошибаемся, но когда мы стараемся делать добро и бываем принципиальны, то такого человека уважают даже враги. И я желаю вам, Геннадий Адольфович, чтобы Господь укреплял вас, чтобы Господь давал вам и радость вашего служения, вашего исполнения вашего долга, который вы исполняете добросовестно, благонамеренно, желая сделать людям максимум добра и комфорта. И чтобы Господь послал мир и среди тех, которые вас окружают, и среди всех жителей города Харькова, и чтобы мы были мироносицами в своем сердце, чтобы мы носили мир Божий в своей душе. Пусть Господь укрепляет вас и благословляет ваши труды. Хочу поблагодарить Александра Викторовича Даровского, который сегодня представляет ту компанию тех добрых людей, которые зародили этот храм. Я желаю, чтобы Господь послал благословение на ваши добрые труды. Я знаю, что ваша компания занимается процессом оздоровления человека. Сегодня эта миссия очень кстати, уместна, потому что сегодня у нас и души больные, и тела больные. От души болеет и тело. И хорошо, когда есть и церковь, которая врачует человека духовно, и есть рядом те люди, которые могут помочь восстановление той физической дисгармонии, которую вносит человека грех. Пусть Господь помогает вам в вашем труде и служении. Хочу поблагодарить всех владык, которые сегодня прибыли, особенно владыку Яна Белгородского, который есть сосед близкий, самый близкий сосед до Харькова, и которого мы часто бывали докучливыми гостями. Владыка приглашал к себе на праздники, мы приезжали на праздник святителя Сафа. Он такая широкая русская душа, принимает так, что как будто на Пасху, каждый день Пасха. Спасибо, Господи, Владыка, вам помощи, Боже, в вашем служении. Ну и всем архиереям благодарим, всех уже нашей Украинской Православной Церкви. Ну и желаем всем помощи Божьей в архиерейском служении, потому что у каждого оно особенное и свое, но крест архиерея, где бы он ни служил, он непростой, и поверьте, он очень тяжелый. Хотя архиереи улыбаются, там как-то не показывают вида, но кресты у них тяжелые. Пусть Господь помогает своей благодатью в этом священном крестоношении. Помощи Божией священникам и вам, дорогие братья и сестры, Божие благословение, чтобы мир Божий почил в наших сердцах, чтобы он отсюда, из сердца человека и начинается война. Сначала там внутри воюет добро со злом, потом оно приходит в такие фазы, что выплескивается наружу и выливается в те формы, которые уже сегодня у нас есть. Это когда брат на брата поднимает руку и проливает кровь. Также и мир Божий начинается из души человека. Если мы примиримся с Богом, каждый примирится с Богом, скажет: Господи, прости меня, я грешный, недостойный, непотребный, падший, прости меня, не будем оправдываться, что я совершил, потому что Иван меня, значит, подтолкнул там, или Степан, или это не то покаяние. Без
Бог пошлет мир в наши души, будет мир в городе этом, будет мир в нашей украинской державе и во всем мире. Еще раз поздравляю всех вас с праздником. Пусть благословение Божие будет над всеми нами. Какие изумительные слова сказал предстоятель нашей церкви, блаженнейший Ануфрий. Сейчас мы послушаем городскую голову. Ануфрий, ваше высокопреосвященство, святые отцы, дорогие харьковчане, я очень горжусь тем, что сегодня в такой праздник, день города, день освобождения Харькова, у нас в Харькове приехал очень много владык, приехал сам блаженнейший для того, чтобы осветить храм святых жен мироносец. Все, кто знает историю, а мы хотим вернуть эту историю, то это очень намоленное место. Более 3 века здесь стоял храм. Более 3 века. В 30-м году его отсюда снесли. И я думаю, что все харьковчане помнят, как нам было тяжело сначала осветить это место, в дальнейшем начать строительство. И я хочу поблагодарить сегодня своего друга, которого, к сожалению, нет здесь. Он не смог приехать. Тот человек, который сказал и дал слово, что он с нуля построит для харьковчан храм, храм святых жен мироносец. Его зовут Александр Геннадьевич Шишкин. Он является владельцем компании «Здоровье», которая вложила свои средства для того, чтобы здесь появилось такое светлое место, дорога к Богу. Вы знаете, что это очень такое центральное место в Харькове. Сквер «Зеркальная струя», оперный театр, сад Шевченко, наши улицы, история наша. И здесь появились 9 куполов. Красавица. И я думаю, что этот храм будут посещать и молодожены, этот храм будут посещать харьковчане и молиться друг за друга, за наш мир, за наше добро, за наше здоровье, за наше будущее. Спасибо всем харьковчанам за терпение. Мы сегодня не только храм осветили, мы сегодня осветили себя на новые, хорошие дела. И я думаю, что мы вместе с вами пройдем еще ту дорогу, которая даст как результат для нас гордость за наш любимый город. Спасибо всем, здоровья, с праздником вас, и спасибо блаженнейшим за его присутствие. Дай Бог ему здоровья. Ну и, конечно,
отдельные слова благодарности я хочу сказать людям, которые принимали участие в этом строительстве храма. Это архитектору города Чечелинскому. Это Харченко Александру Михайловичу, строителю, главному строителю, который руководил строительством этого храма. Ну, конечно, очень еще отдельные слова благодарности я хочу сказать нашему фармацевтическому коллективу, трехтысячному коллективу, трех фармпредприятий. Каждый из этих людей, которые у нас работают, вложил немножко свою долю в постройку этого храма. Ну и всех харьковчан. И также, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить сразу с тремя праздниками. Это День города, это День независимости, и это сегодня праздник, это огромный для нас праздник, сдача и освящение блаженнейшим этого храма. И для нас это большая честь. Я думаю, что после этого у нас и в городе будет хорошо, и везде будет хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Поздравляю с праздником еще вас. Единственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое посвящение подашь Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Господину и Отцу нашему Ануфрию, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, и Свято-Успенские Киево-Печерские лавры, священно-архимандриту, Господину Высокопреосвященнейшему Митрофану, митрополиту Луганскому и Алчевскому, Господину Высокопреосвященнейшему Иринею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградовскому, Господину Высокопреосвященнейшему Иоанну, митрополиту Белгородскому и Староосколецкому, Господину нашему Высокопреосвященнейшему Ануприю, митрополиту Харьковскому и Богодуховскому, Господину Высокопреосвященнейшему Филиппу, митрополиту Полтавскому и Миргородовскому, Господину Высокопреосвященнейшему Александру. Итак, трудами очень многих людей в рекордно короткие сроки, как и в далеком уже 19 столетии, в течение 2 лет был возведен этот красавец храм, 9-купольный, 3-престольный, 45-метровый, выполненный в стиле украинского барокко в течение 2 лет. И, конечно, заслуженные награды получили сегодня те, которые, на рождении которых мы с вами сегодня только что наблюдали. Сегодня Господь даровал нам поговорить и об истории этого храма. Поприсутствуем мы сегодня на очень редком событии великого освящения храма, который провел высокопреосвященнейший Ануфрий, блаженнейший Ануфрий, митрополит Киевский и всея Украины, в сослужении 10 епископов Украинской Православной Церкви и духовенства Харьковской епархии. Сводный хор Харьковской епархии под управлением протоиерея Федора Воскобойникова поет «Многое лето» всем, о ком упоминалось сейчас в прошении. И мы с вами уже второй раз, наверное, за сегодняшний день попрощаемся. В силу того, что прощались, уже была прервана наша трансляция, потом, слава Богу, возобновилась. Ну, а сейчас действительно время нашей трансляции подошло к концу. Огромное спасибо вам за внимание. Еще раз с праздником, с двойным праздником, дорогие харьковчане. С днем освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. С днем рождения новой духовной и архитектурной святыни нашего города, нововозрожденного храма святых жен Мироносец. Желаем вам успеха во всех сферах вашей жизни, ангела-хранителя.